Добрый день, уважаемые телезрители! Свою работу в прямом эфире на НТВ начинает видеоканал «Здравствуйте». Это беседы о здоровье с самыми разными практикующими нижегородскими специалистами. Вы знаете, мы стараемся для нашей передачи выбирать темы наиболее интересные, те, которые вызывают массу вопросов, актуальные, злободневные, важные. Но не на все эти темы легко говорить. Вот, в частности, наверное, нет страшнее диагноза, чем онкозаболевание. Даже если, согласно статистике, приводит к большему количеству летальных исходов, например, заболевания сердечно-сосудистой системы. Это звучит как приговор. Это подавляет психологически. Многие из нас теряли кого-то из знакомых, кого-то из близких людей в связи с этим заболеванием. Да, эффективного лекарства от рака на сегодняшний момент нет, но наука не стоит на месте. Развиваются медицинские услуги. И вот чтобы эффективнее бороться с онкопатологиями, в общем-то, сейчас очень многое делается. Вот сегодня мы об этом будем говорить, и я хочу представить своего гостя. У меня в гостях Олег Валерьевич Железин, кандидат медицинских наук, главный врач областного онкодиспансера, заслуженный врач России, председатель правления Нижегородской региональной общественной организации «Врачебная палата». Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие жители Нижнего Новгорода, Нижегородской области. Здравствуйте, Ирина. Очень рада, что вы смогли к нам прийти сегодня, потому что вот у нас достаточно такая причина, очень значимая, я считаю, появилась для разговора. Дело в том, что, наверное, многие телезрители уже знают, смотрели новости. У нас в Нижнем Новгороде открылась новая онкополиклиника на улице Деловая. Это новое структурное подразделение, да, вот онкодиспансера. Об этой поликлинике, о возможностях новой поликлиники мы сегодня будем говорить вообще об онкозаболеваниях. И вы, конечно, можете принимать участие в нашей программе. Пожалуйста, звоните. Телефон прямого эфира 434 3477. Звоните, задавайте вопросы, мы будем стараться на них ответить. Итак, давайте мы с вами просто, чтобы и наши зрители, и я тоже в том числе, четко себе представили важность на самом деле. Открылась поликлиника, да, для кого-то, может быть, это абстрактно звучит, но что на самом деле, ведь важное событие. Чтобы понять это, давайте сначала просто расскажите нам, пожалуйста, четко, какими возможностями обладает сегодня региональная онкологическая служба? Какое место в ней займет эта новая поликлиника? Первое, с чего бы я хотел сказать, все-таки 2,5 года назад принято решение нашим губернатором Валерием Павлиновичем о том, что необходима новая поликлиника, о том, что необходимо централизовать все диагностические услуги, необходимо убрать территориальную принадлежность наших пациентов к городскому диспансеру или к областному диспансеру. А раньше ведь так и было, да? Если ты из области, безусловно, то значит туда тебе, да? Да, если да. Сегодня для каждого пациента существует одна дверь, в которую он может войти и получить весь необходимый набор диагностических услуг, лечебных услуг в одном здании. После того, как будет поставлен диагноз, определено лечение, больной будет направлен в онкологический диспансер по профилю заболевания, который у нас размещается или на Анкудиновском шоссе, или на улице Родионова. С чем мы сталкивались в предыдущие годы? Из-за недостаточного количества площадей, но в период модернизации поставки хорошего оборудования мы вынуждены были ставить компьютерный томограф, ставить на Анкудиновском шоссе в диспансере, и больные шли туда на обследование. Магниторезонансный томограф мы ставили на улице Родионова, и больные направлялись в это. На сегодняшний день все диагностические услуги, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, эндоскопические исследования, ультразвуковые исследования, прием 20 специалистов проводится на улице Деловой. Я считаю, это очень сильно, да, легче стало. Эпохальное решение в развитии онкологической службы, и прежде всего помощи пациентам. И откровенно скажу, я очень счастлив за пациентов, которые попали в такую беду, но у них сегодня есть шанс получить качественную помощь. И есть возможность, да? Есть эта возможность. Хотя бы просто сократить количество этих переездов между необходимыми исследованиями. Конечно, конечно. А вообще наша онкологическая служба, давайте перечислим, что себя включает. Новая поликлиника, теперь мы понимаем. Значит, диагностика начинается оттуда буквально. Но ведь есть и кабинеты первичной помощи онкологической, и уже стационары. Как все это связано? Или будем так говорить, первое – это прием там-то. Как у нас ведется, так сказать, служба помощи онкобольным, или как ведется диагностика? От и до. За последние годы определена структура онкологической помощи, в том числе и Нижегородской области. Она строится так же, как выстраивается в Российской Федерации. Конечно же, при первых симптомах, которые появляются у наших пациентов, первая их задача – обратиться в участковую поликлинику. То есть по месту жительства? К участковому врачу, который проведет простые, рутинные исследования, выслушает пациента, по жалобам определит орган, который начинает страдать. И выявив подозрение на онкологическое заболевание или непосредственно онкологические заболевания, больной направляется в онкологический диспансер для углубленного специализированного диагностики той заболевания, которое у него есть. Ну вот тут давайте все-таки уточним. То есть мы идем по месту жительства к онкологу. К онкологу. Ну вы знаете, вот что, наверное, предварю я вопрос, телезрители тоже определенные. Ну как бы так было всегда, и, соответственно, в общем-то, ну, мы понимаем, да, что с этого все начинается. Тем не менее, кто-то ведь не очень в восторге от поликлиник. Давайте прямо говорить, огромные очереди. У кого-то, значит, не хватает возможности даже по записи, там изменились обстоятельства. В общем, поликлиники — это не то, что мы любим на самом деле. И тем не менее, как бы начинается все оттуда. Насколько, вот вы считаете, у нас квалифицированные, вот прежде всего, как бы на местах, да, вот, скажем, поликлиниках, которые и поставляют, допустим, в новую поликлинику по направлениям поток пациентов. Да? Вот они же в основном, да, говорят, что вам надо более подробно обследоваться. Как вы оцениваете? Ну, я считаю, что квалификация онкологов у нас достаточно высокая. Ну и в целом квалификация всех врачей достаточно высокая для того, чтобы заподозрить по первым симптомам то заболевание, которое у человека начало проявляться. И предпринять первые шаги диагностические или лечебные для того, чтобы... Ведь очень важно для доктора на первом этапе правильно сориентироваться, какие назначения надо сделать, какие исследования необходимо провести для того, чтобы выйти на правильный диагноз. Поставив правильный диагноз, мы можем назначить патогенетическое лечение, которое должно привести к положительному эффекту. Значит, в поликлиниках в настоящее время система оказания помощи, она только выстраивается. Сегодня у нас открыто 60 первичных онкологических кабинетов. Это вот на территории? Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Всего 60? Всего 60. До конца года мы планируем открыть онкологические первичные кабинеты во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях районов и городов. То есть он охватит сеть всех участков, к которым относятся жители Нижнего Новгорода или Нижегородской области. Это вот первичное звено, где больному проводится первичная диагностика, где больному в последующем он проходит динамическое или диспансерное наблюдение за своим состоянием и, соответственно, взаимодействие врача-онколога первичного онкологического кабинета и диспансера, оно достаточно тесное. На сегодняшний день мы закрепили докторов онкологического диспансера за каждым районом Нижегородской области и Нижнего Новгорода. И наши доктора выезжают в эти районы, проводят методическую помощь, консультативную помощь. Цель одна – выровнять оказание помощи, независимо, где ее пациент получает, в каком районе, в каком учреждении. Ну, а вот в новую поликлинику, на деловой, могут, так сказать, попасть пациенты просто по звонку, записаться на прием, или все-таки это по направлению строго из мест жительства? Нет, конечно. На сегодняшний день мы понимаем все трудности, сложности, которые идут во время формирования структуры вот онкологической помощи. Поэтому пациенту сегодня есть возможность тремя способами записаться на прием к доктору онкологический диспансер. Ну давайте назовем прямо. Первый, да, – это запись по интернету, которую осуществляют врачи в поликлиниках. И больной на руки получает талон, по которому распечатанный талон, в котором указано время и номер кабинета, когда ему надо приехать на прием. Например, значит, пациенту обозначено, что он приезжает там 20 числа в 12 часов в кабинет номер 23. И наша задача сегодня – организовать работу диспансера таким образом, чтобы очередей в диспансере не было. Это очень непросто. Мы делаем шаги и надеемся, что вместе с нашими пациентами мы к хорошему результату придем. Вот спрошу вас об этом поподробнее. И два еще способа, да, как попасть? Второй способ – это может сделать и в поликлинике, могут сделать, и сам пациент, позвонив звонить по телефону единой службы, которую мы называли, да, 281-301, где работают 4 регистратора. Одновременно они могут принимать 8 звонков. Мы фактически в 2 раза увеличили количество телефонных линий по сравнению с тем, что было. По крайней мере, не будет такого, что да, регистратор и телефон как бы кажется снятым и бесконечно занятым. То есть тут не будет такого. Поставили такую задачу, этого не должно быть. Я в ежедневном режиме, руководители тоже прозванивают и слушают, как отвечает наш регистратор. Мы проводили с ними учебу. Мы очень надеемся, что у наших пациентов таких трудностей не будет. Ну, и пациента, да, и пациента обязательно записывают опять на прием в определенный кабинет, и его информируют, когда ему следует приехать. И третий способ – это самостоятельное обращение пациента. Это очень важное направление, люди об этом должны знать, наши пациенты обязательно должны знать. Никому не будет отказано, если они самостоятельно обратятся в поликлинику. Нуждаешься в помощи, пожалуйста, обращайся. Обращайтесь. Спасибо. У нас есть звонок от телезрителей, давайте будем отвечать. Алло, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо за организацию такой важной деятельности для всех новгородцев. Вопрос вот в чем. Ведь очень многие стадии первоначально протекают бессимптомно заболевания. Чем раньше диагностика, тем больше вероятность хорошего лечения. Скажите, пожалуйста, какие исследования нужно произвести человеку, который чувствует себя абсолютно здоровым, чтобы выявить стадию заболевания как можно раньше? В каких местах? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за вопрос. Так, ну вопрос такой, да, как бы подробно придется ответить. Достаточно актуальный, и я думаю, что он затрагивает интересы многих пациентов и здоровых людей в том числе. Но все так и есть, да? Все так и есть, действительно. Это как раз один из способов и методов профилактики онкологических заболеваний, ранней его диагностики. Как к этому прийти? Ну, уже давно проанализировали ситуацию и... стало понятно, что в определенный возраст у человека могут возникать определенные онкологические заболевания. Поэтому для каждого возраста разработана программа обследования, перечень диагностических мероприятий, которые надо провести в соответствии со своим возрастом. Ну вот мне на сегодняшний день 55 лет. В этом году я впервые прошел самостоятельно диспансеризацию. Я провел для себя, я в соответствии со своим возрастом провел все необходимые мероприятия, которые должны быть. Вообще у нас есть такое, может быть, многие наши жители слышали слово диспансеризация, которая и определила перечень обследований, которые должны быть. И вот лично Онколог, консультация онколога так входит планово в эту диспансеризацию, да, соответственно? Понимаете, диспансеризация, она этапная. То есть сначала человек проходит, пациент проходит перечень обязательных исследований. Так. Если там выявляется патология, то возникает второй этап – дополнительные исследования, которые выявляют следующее, и тогда уже он попадает непосредственно специалисту. То есть здесь нет необходимости сразу пройти все 50 исследований, которые тем не менее, быть. Диспансеризация – это первое, что, да, что вот как бы отвечает за выявляемость, да, онкозаболеваний. Да. Давайте мы с вами продолжим разговор. Вот отвечать телезрительнице, но у нас еще есть звонки, давайте будем принимать и потом объединять. Я не ответил на вопрос. Сейчас ответим, да, только чтобы телефон освободить, если вам будет множество звонков. Да. Алло, мы слушаем вас. Олег Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Вот у меня сына назначали, вот такое оборудование есть, ПЭТ, вот на Москву или Ленинград сказали. А вот сейчас есть такое оборудование в вашей поликлинике, чтобы обследоваться вот на ПЭТ? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, я скажу, что действительно есть такой метод исследования, который в настоящее время в Нижегородской области отсутствует, но в планах стратегического развития онкологической помощи сейчас идут обсуждения на то, чтобы есть инициатива, значит, для того, чтобы открыть подобные центры. Это относится к высокотехнологичной помощи, и на сегодняшний день мы направляем пациентов в Москву, в Санкт-Петербург. Пока все-таки это так. Себе какие-то планы ставите, через сколько таки будет, ну вот, не знаю, вот в надежде? Недавно состоялись совещания у министра здравоохранения Геннадия Николаевича Кузнецова, где обсуждался вопрос именно этого оборудования, ориентиры 2018-2020 год, потому что это очень дорогостоящее оборудование, исследования. Мы провели сейчас исследования, рассчитали потребность данных в виде исследований. Нам стало понятно о том, что необходимо находить деньги для того, чтобы это, нам нужно. Это открывать. Ну вот видите, вот у нас, соответственно, звонок. Давайте мы с вами прервемся буквально ненадолго. У нас рубрика «Новости медицины», а потом мы сразу начнем отвечать вот на этот животрепещущий вопрос. Если ты все-таки нормально себя чувствуешь, что нужно проверить, чтобы успокоиться по поводу вот этих неприятных диагнозов? Минздрав изменил нормы времени, отведенного на прием пациентов. Теперь на осмотр участкового врача отводится 15 минут, врача общей практики – 18 минут, лора – 16 минут, невролога и гинеколога – 22 минуты. Треть этого времени для заполнения документов. В учреждениях первичной врачебной и специализированной помощи нормы корректируются с учетом загруженности клиники. В Уфе разработаны уникальные технологии эффективной доочистки водного раствора активного вещества, симптом-модифицирующего препарата от боли в суставах и для восстановления функции опорно-двигательного аппарата. Теперь лекарства для инъекций 3 года будут сохранять свои физико-химические свойства без добавления антимикробных консервантов, которые могут увеличивать токсичность препарата. Датские ученые установили связь между приемом большого количества антибиотиков и риском развития диабета 2 типа. 4 курса антибиотиков в течение 15 лет увеличивают вероятность развития болезни на 53%. Высказывается также мнение, что жертвы недиагностированного диабета более предрасположены к инфекциям и, как следствие, используют больше антибиотиков. Международная группа ученых опубликовала новые факты, связанные с формированием телосложения ребенка. Оказалось, девочки-первенцы на 40% чаще сталкиваются с избыточным весом, чем их сестры. Предположительно, у первенцев есть дополнительный риск развития во взрослом возрасте гипертонии и сахарного диабета. Чтобы понять, с чем это связано, требуются дополнительные исследования. В клиниках Австралии мужчинам начали предлагать программу лечения выпадения волос с помощью концентрированного кофеина. Кофеин способен проникать в корни волос и нейтрализует действие тестостерона, который способствует облысению. Специалисты считают, благодаря новым препаратам и шампуням с кофеином волосы будут выпадать на 20% меньше. Если облысение уже наступило, кофеин не поможет. Мы снова в студии видеоканала «Здравствуйте». Сегодня у меня в гостях Олег Валерьевич Железин, кандидат медицинских наук, заслуженный врач России, главный врач областного онкодиспансера, ну еще и председатель правления Нижегородской региональной общественной организации «Врачебная палата». Мы сегодня говорим об онкологии и о диагностике онкологических заболеваний. И вот сейчас буквально так нештатно мы с вами, уважаемые телезрители, один вопрос обсудим. Вот только что позвонила дама в момент перерыва и сказала, что звонила в колл-центр новой поликлиники, там не берут никто трубку. Нам кажется, что ошибся Олег Валерьевич, у нас называют телефон. Давайте еще раз попробуем назвать, чтобы проверили наши телезрители реально, отвечает ли вот так многоканально новая структура. Назовите. Я действительно немножко разволновался, видимо, и поэтому назвал неправильно номер телефона 282-301. Больше того, мне было бы очень интересно иметь обратную связь от наших пациентов, когда они сталкиваются с тем, что не могут дозвониться. Что-то, если не получается, да? Я готов предоставить свой телефон и телефон своих замов, которые висят у нас на стендах. Можете обратиться по моему телефону. Практически телефоны даже руководителей вот как бы в пределах доступности. А можно я его назову? Ну уж вы знаете, мы так под запись-то не успеем, но зато я, может быть, отправлю на сайт, на самом деле. На сайте, например, у вас ведь тоже как бы все это вывешено, и я думаю, что на самом деле наши дотошные, я знаю, телезрители, они ведь добиваются, и я думаю, что это правильно, наверное, на самом деле. А мы говорили о том, какие должны быть вот первичные, что ли, анализы, чтобы убедиться, здоров там, или вот как можно раньше найти какие-то проблемы по онкологии. Вот этот вопрос мы берем, давайте будем отвечать. Ну, следует обратить внимание, что самым важным в любом случае это общение доктора с пациентом. Надо обратиться к участковому терапевту и рассказать о своих опасениях, о своих жалобах, о своих переживаниях, которые вы сталкиваетесь на сегодняшний день. То есть это первый осмотр участкового врача. Второе – это лабораторная диагностика. Необходимо сдать анализы, общий анализ крови, биохимический анализ крови. Биохимия. Обязательно необходимо мужчинам сдать специфические тесты на мужские заболевания, а женщинам на женские заболевания. Вот этот минимум, который необходимо в показать. При общении с доктором, с участковым терапевтом, и будут, если выявлены какие-либо жалобы и отклонения, доктор порекомендует сделать следующие шаги. То есть необходимо будет провести рентгенографию или флюорографию легких обязательно. Необходимо в последующем, при необходимости, провести ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Угу. Одно из таких самых частых тоже наиболее частых назначений, да. Ну вот я, когда обследовал себя, я решил, что необходимо провести фиброгасоскопию, колоноскопию. Дополнительно, да? Дополнительно, и это тоже. И это тоже. Нам очень важно сегодня выявлять наши заболевания на ранних стадиях. Сегодня наше оборудование позволяет диагностировать, когда опухолевые процессы размером меньше 1 сантиметра. Тогда вероятность выздоровления, более легкого лечения вырастает в разы, до практически 98%. Ну вот мы об этом сегодня и говорим, вот да. Уделяем внимание, уважаемые телезрители, прислушайтесь, пожалуйста. Есть вопрос, давайте будем отвечать. Давайте. Алло, мы слушаем вас. Алло. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Звонит вам Валентина Александровна из города Первомайска, Нижегородской области. Олег Валерьевич, у меня вот такой вопрос. Я с 2006 года стою на учете, мастопатию мне ставят. Стою на учете в диспансере на улице Родионова. И вот мне сейчас ехать через месяц на очередной осмотр. Я хочу узнать у вас, мне ехать опять туда же, в диспансер, или в новую вот больницу? Не переехали они оттуда все? Понятно. Спасибо как? За вопрос. Пожалуйста, ответьте. Да, да. Конечно, мы все переехали. Больше того, на сегодняшний день люди, которые до сих пор, наши пациенты, приезжают на улицу Родионова, у нас курсирует автобус небольшой, который доставляет вас от, значит, диспансера. Если не слышали, не узнали и пришли туда, да, да, то вот специальный автобус довезет до места первое время. Я бы порекомендовал нашей пациентке, значит, нашей жительнице, позвонить по телефону, который я назвал, записаться на дату приема определить. Ей определят кабинет доктора. И вы приезжаете на улицу Деловая, 11/1, в новую поликлинику онкологического диспансера. Ну, не потеряйтесь в любом случае пока все так централизовано, пока ходит автобус. Кстати, долго будут еще вот так, если вдруг не туда приехали пациенты? Ну, примерно... мы здесь, во-первых, туда автобус на сегодняшний день ходит, он не доезжает 200 метров до диспансера. Мы обратились к городской администрации с тем, чтобы продлить этот маршрут. Вопрос решается. Я уверен, что он решится. Но пока еще вот этот, мы на распутье, так скажем, то мы используем собственные силы для того, чтобы помогать нашим пациентам. Вот я тоже думаю, что это очень важно. Спасибо большое. Мы говорили про анализы такие первичные. Но, может быть, все-таки назовем какие-то симптомы, что ли, в себе, которые вообще запускать не надо. Понятно, что мы, так сказать, должны, будучи себя здоровыми, чувствовать, идти и проверяться. Но, знаете, вот я по себе знаю, что тоже, может быть, так бывает не всегда, к сожалению. Может быть, и там мы не правы, но, тем не менее, такое тоже есть. Какие самые какие-то проблемные, что ли, вот в себе вещи нужно заметить, с чем просто надо бежать? Вот давайте, может быть, это назовем еще. Ну, здесь правильнее, наверное, все-таки, чтобы не концентрировать свое внимание только на онкологии, потому что... Ну, просто плохой, да, вот что самое плохое? Комплекс, да, или перечень онкологических заболеваний, он настолько широк, да, что понятно, пациенту трудно будет сориентироваться во всех сложностях диагностики. Тем не менее, что вот быстро должно я заставить? Бы обратил внимание, что, во-первых, это лечение всех своих хронических заболеваний. Не запускайте их, пожалуйста. То есть следите тем, чтобы хронические заболевания были под вашим контролем, чтобы вы своевременно приходили к докторам, проводили дополнительные исследования, потому что ряд хронических заболеваний могут в последующем приводить к развитию онкологических заболеваний. При любых, я бы посоветовал все-таки больше доверять. Нам сегодня необходимо восстановить доверие между доктором и пациентом. Нам необходим диалог между доктором и пациентом. Мы очень хотим, чтобы наши пациенты были максимально удовлетворены той помощью, которую мы ее делаем. Но нам нужен диалог. Поэтому приходите к докторам, спрашивайте. Если у вас возникают трудности общения, обращайтесь к руководителям учреждения. Ну, может быть, не тот врач, на самом деле. Вот не бывает, не сложилось. Мы сталкиваемся с ситуацией, я общаюсь с пациентами, что У нас у пациентов достаточно низкая правовая грамотность о своих возможностях. Сегодня медицина бесплатная, в том числе в онкологическом диспансере. И в поликлинику, куда мы сегодня зовем, мы говорим о совершенно бесплатных услугах, бесплатных исследованиях, лечении, которое проводится и в онкологическом диспансере, и в любом государственном, амбулаторно-поликлиническом или стационарном учреждении. Если вы сталкиваетесь с вопросами оплаты каких-либо услуг, обращайтесь к руководителю, он обязательно разберется. Таких фактов не должно быть. Не должно. Давайте еще примем один звонок. Ждет телезритель. Алла, мы слушаем вас. Здравствуйте. Меня зовут Мария Алексеевна. У меня такой вопрос. Вот надо раньше, как можно раньше обращаться. Я обратилась к местному терапевту. Мне сказали, для того, чтобы направить вас к онкологу, нужны показания. То есть местные терапевты не очень-то хотят направлять к онкологам. Вот такой вопрос, пожалуйста, прокомментируйте как-то. Ведь так бывает тоже, на самом деле. Бывает, бывает. Я думаю, что я бы посоветовал нашей жительнице не успокаиваться на этом. Если вам не получилось обратиться в районную поликлинику, обращайтесь в онкологический диспансер. Вот в этом случае, наверное. Мы вам поможем, мы обследуем, мы не откажем. Жители не виноваты в том, что система здравоохранения не до конца совершенна. Жители не виноваты в том, что... К сожалению, элементы милосердия несколько утеряны в нашей медицине. Но мы постараемся это восстановить. Обращайтесь в онкологический диспансер при первых жалобах и настороженности. Ну и тут, конечно, наверное, стоит упомянуть и об обратном. Да? Может быть, если терапевт не счел нужным дать вот направление, как? Это ведь вопрос к доверию, да, опять же, к врачу. Если врач говорит, что ну, у вас нет показаний, ну уж если вам так надо успокоиться, то, может быть, да, все-таки стоит. Да, ну я бы посоветовал только нашим пациентам или жителям переводить работу в плановый порядок. То есть экстренная помощь никому не будет отказана и всегда примем. Но для того, чтобы у нас не было больших очередей, давайте предварительную запись, запишитесь, приходите, мы вам организуем лечебный процесс. Здесь, понимаете, как ситуация еще? Пока пациент выясняет, к кому обратиться, иногда бывает потеряны драгоценное время, месяцы. В диагностике заболевания. Поэтому я бы все-таки настойчиво порекомендовал. Обращайтесь напрямую, если у вас есть переживания по поводу своего здоровья. Да. Тем вот более, если есть подозрения. Я знаю, что вот если вот в данном случае, обратившись по адресу, здесь никаких промедлений и проволочек уже с назначением, с диагностикой и с назначением лечения. Мы будем стараться. Ну что ж, большое спасибо, что пришли к нам в эфир. Если есть какие-то пожелания нашим зрителям, пожалуйста, скажите. Заканчивается отведенное нам время эфира. Мы вам тоже, кстати, желаем, вот, в общем-то, успехов в начинаниях. Ну и вы нам тоже, наверное, здоровья. Да. Вы знаете, открытие центра для нас высокая ответственность за здоровье наших жителей. И все-таки я сейчас хотел, как доктор, нашим пациентам порекомендовать несколько рецептов, сказать. Вот буквально 4. Первое, я рекомендую вам ежедневно принимать овощи. Так. Второе, отказаться от вредных привычек, прежде всего курения. 2. Третье, физические упражнения. Я не говорю о физическом труде, я говорю о физических упражнениях еженедельно, не менее 4 часов. Утренняя гимнастика в любой форме, с любой музыкой. И 4-е, обратите внимание на свой вес. Приведите его в соответствие, потому что именно вес приводит к большим отклонениям и с точки зрения обменных нарушений, желудочно-кишечного тракта, что в последующем может способствовать развитию заболеваний. Будьте здоровы, берегите свое здоровье. До свидания. Спасибо большое. Мы прервемся буквально через несколько минут. У нас будет новый гость и новая тема. Сейчас блок рекламы, потом вернемся в студию. Мы снова в студии видеоканала «Здравствуйте». Дорогие друзья, у нас для вас сегодня новая, вот я считаю, очень интересная тема. Не будет преувеличением сказать, что в последнее время этот вид активности или, если хотите, физической культуры становится все популярнее. И если, скажем, 5 лет назад люди, которые, допустим, в парке возле дома идут, такой достаточно, ну, не сказать, что очень быстрой ходьбой, и при этом опираются на что-то вроде лыжных палок, вот они вызывали удивление, да, любопытство. Сейчас уже многие знают, что это так называемая скандинавская ходьба. Но все-таки даже если мы слышали об этом, то не совсем себе представляем, что же это такое. и, в общем-то, для чего она нужна. Вот сегодня мы об этом и будем говорить. И я с удовольствием представляю мою гостью. У меня в гостях Мария Турлапова, руководитель оздоровительных программ базы отдыха «Алсма». И практически все, вот, кстати, оздоровительные программы, которые существуют при Центре отдыха и здоровья, они включают в себя именно скандинавскую ходьбу. То есть, а Мария вот еще и является инструктором. Здравствуйте, Маша. Здравствуйте. От вас все знания нам сегодня, пожалуйста, о скандинавской ходьбе. Я знаю, что Маша волновалась перед эфиром, потому что у нее это дебют, первый раз. Но вот я думаю, что мы ее раскрутим, и она нам расскажет что-нибудь очень интересное. А вы, дорогие друзья, пожалуйста, общайтесь с нами, звоните. Телефон 434-3477. Звоните в прямой эфир. И вот все об этом виде активности, об этом виде физической культуры давайте расспросим. Маша, ну давайте начнем с того, что почему вообще ходьба-то скандинавская? Вот, люди с палками, скандинавская ходьба. Почему? Да, наверное, стоит начать с самого начала, с определения этому понятию. Скандинавская ходьба – это такой новый вид физической активности, новый вид спорта, который пришел к нам из Финляндии, отсюда, собственно, и соответствующее название. Этому виду спорта около 70 лет. Вот, то есть, как бы, к нам он пришел еще, как бы, то есть более недавно. У них-то он был более, да? У них-то он был, да, давно, но поделились они не так давно с нами. Понятно. Вот, в Европе он стал популярен около, где-то в 80-х годах прошлого века. Так. А к нам, к широким массам, он добрался буквально там в последние, может, там, 2 десятилетия. Угу. Вот, полтора, может быть. Так. Вот. Что же это такое? То есть, как бы, ну, ходьба, я понимаю, да, вид нагрузки. А зачем нам палки, типа лыжных? И лыжные ли это палки на самом деле? Ну, давайте сначала. Да. Скандинавская ходьба, она подразумевает определенную нагрузку. Нагрузка эта распределяется как раз при помощи палок по всему, скажем, организму, по всем мышцам. Если обычная ходьба дает нагрузку только на нижнюю часть тела, на мышцы нижней части тела, то благодаря палкам она распределяется на верхний плечевой пояс, на грудные мышцы. То есть задействует верхнюю часть? Задействует полностью верхнюю часть. Вот. И если обычная ходьба задействует около 40% мышц, то при скандинавской ходьбе мы задействуем около 90%. Ну, а если еще улыбаться, то, наверное, почти все 100%. Ясно. Вот улыбаться тоже очень важно. Я так понимаю, что, в общем-то, залог хорошей спортивной формы – это все-таки еще и хорошее настроение. Да, тоже, обязательно. Давайте, понятно, значит, мы, получается, тренируемся эффективнее, чем нежели просто бы ходили, причем как бы с хорошей такой интенсивностью, но все-таки не настолько, как бег, допустим. Ну да, стоит отметить, что бег, конечно, дает какие-то свои плюсы, какие-то свои минусы. Бег – это кардионагрузка. Скандинавская ходьба, она как раз положена людям, которые не могут себе позволить давать своему сердцу такие интенсивные нагрузки. При скандинавской ходьбе пульс увеличивается всего на 10-15 ударов в минуту, чем при обычной ходьбе. Вот, соответственно, как бы такая нагрузка, она как бы позволена для людей с сердечными заболеваниями. Вот, конечно, есть противопоказания, но как раз они не являются такими абсолютными. Ну, минимальные, да? Минимальные, да, такие... максимально. Максимально минимальные. Максимально минимальные. Давайте все-таки мы поймем, мне самое очень любопытно, что же из себя представляют эти палки. Это же ведь не лыжные палки, ну вот что это такое? Нет, конечно, это не лыжные палки. Они, ну, даже не знаю, с чего начать. Они должны, во-первых, быть значительно, конечно, короче, чем лыжные. Если лыжные, подбираются до самого надплечья, то есть до подмышки. То есть вот так мы меряем, ставим в полный рост, да? Для того, то чтобы... обычная, ну, вот скандинавская палка, она, конечно, должна быть чуть пониже. Вот. Есть специальные формулы для расчета длинной палки. Вот. Но она, их несколько, этих формул, они рассчитаны как раз для уровня подготовки. То есть если вы новичок, если вы хотите просто попробовать скандинавскую ходьбу, то тогда... используется формула: в сантиметрах ваш рост умножается на 0,66. Ну, вот такой коэффициентик, да? И получается необходимая новичку... получается там, конечно, такая дробленная цифра, вы просто ее округляете до ближайшего кругла, и получается вот как раз длина палки, которая будет для вас идеальна. Это вот если я начинаю. Это если вы начинающий, да. Если у вас какая-никакая подготовка есть физическая, то, соответственно, мы умножаем наш рост в сантиметрах, опять же, на 0,68. Ага, то есть тут уже другой получается результат, да, чуть немножечко больше получается результат. Соответственно, если вы спортсмен, если вы долго занимаетесь спортом, если у вас хорошая физическая форма, то тут уже можно умножить свой рост на 0,70. То есть нагрузка, длина палки, конечно, увеличивается, соответственно, нагрузка на верхний плечевой пояс тоже увеличивается. Как им работать, да? Да, и новичку как бы с такой высотой палки будет тяжеловатая нагрузка, потому что она распределяется больше на верхнюю часть тела, на руки, на плечи и на шею, на отдел позвоночника. Ну, раз мы так вот очень грамотно распределили, то есть могут заниматься практически люди с никакой подготовкой, даже с минусом заболеваниями, могут люди совершенно средней подготовки, да, и могут люди спортсмены, то есть для всех получается, вид активности для всех. Да, абсолютно универсальный. Ну вот есть какие-то, я не знаю, вот как бы у вас как у инструктора рекомендации, ну вот кто для чего может, там, должен, хотел бы заниматься этим? Ой, это очень обширная такая тема, я бы сказала. Ну, во-первых, я бы, наверное, посоветовала детям, школьникам. Так. Поскольку наши российские школы, да и не только российские, собственно, не оборудованы партами, которые бы регулировались по высоте. То есть для каждого ребенка, тем более, как бы они растут, тянутся, вот, то есть дети сутулятся. Ну, сидим, во-первых, долго, да, потом еще компьютер дома. Да, ну, еще плюс рюкзаки тяжелые, плечи у нас работают целый день. На одном плече, да? Кто-то на одном плече, кто-то на обоих. Вот, соответственно, я бы рекомендовала школьникам. Так. Особо я бы хотела отметить такую категорию граждан, как беременные девушки. Поскольку, уходя в декрет, мы садимся дома, начинаем кушать вкусности. Вот. Ну, как бы в этом, конечно, себе отказывать не стоит, но между тем, как бы раз, два, три в неделю можно было бы прогуляться с палочками. Это было бы просто замечательно для развития, скажем, для поддержания мышц в тонусе. Ну вот, соответственно, значит, получается, чтобы беременные, во-первых, свежим воздухом дышали, да, и, так сказать, занимались немножечко, форму берегли. Для осанки, то есть распрямляемся, держимся. Да, два назвали таких. Еще какие-то, может быть, есть такие показания? Показано, очень даже показано людям пожилым, людям в возрасте. Вот. Независимо от того, есть ли у вас какие-то заболевания или нет, конечно, если у вас есть сердечные заболевания, серьезные инфекционные заболевания, хронические заболевания внутренних органов, конечно, нужно сначала проконсультироваться со своим лечащим врачом, но я не думаю, что он скажет вам, сидите, нет, категорически, не берите палочки, да? Да, и сидите дома и отдыхайте. Я думаю, что он все-таки будет рад вашему рвению, и дополнительным будет стимулом то, что доктор похвалил. Вот, поэтому я бы вот очень рекомендовала людям пожилым в возрасте. Ну вот, кстати, мы, например, вот в садике Пушкина, буквально около телецентра, как раз наблюдаем. Там вот группа таких пожилых дам, и очень они как-то вот так прилежно этим занимаются. Я хочу спросить, может быть, как вот начать тренироваться, вот что нужно знать об этом. И вообще вот как бы нам, людям, которые вот не пробовали, пояснить, что же это такое. Вот с палок-то мы начали, я так вот не очень поняла. То есть это не лыжный пластик какой-то? Нет, они делаются из легкого металла, из легких материалов, сплав, то есть это, да? Либо алюминий, ну, в общем, композиционные материалы, вот, то есть как бы палка должна быть легкой. Конечно, если вы хотите просто попробовать, вы там услышали о скандинавской ходьбе, вы хотите просто ее попробовать, конечно, да, наверное... Каково это? Да, наверное, не стоит сразу идти в спортивный магазин, покупать палки, стоимость которых там достигает неприличных сумм просто. Понятно, вот, как все у нас, да? Для того, чтобы попробовать, можно просто взять там деревянные палки, просто правильную длину подобрать. Можно взять те же самые лыжные палки, но они должны быть короче, чем обычные. То есть определиться просто вот с длиной и попробовать. Самое главное, чтобы была длина как бы правильная. Вот, и, собственно, как можно пройти, попробовать. А втыкается, я не знаю, там, в землю или куда-то эта палочка, или как? Вообще у профессиональных этих вот палок, у них, конечно, есть несколько наконечников в комплекте. То есть для лета это резиновые наконечники, благодаря которым проще отталкиваться от земли, они не скользят. А для зимнего периода есть стальные наконечники, они втыкаются в лед, и благодаря этому как бы улучшается координация. В общем, круглый год с палками, но без лыж. Да. Ну вот такой интересный вид спорта. Продолжим. И еще посоветуем кому-то, кому полезно. И вообще, как начать тренироваться, вот что нужно знать, потому что все-таки нужен же как бы взгляд инструктора, потому что взять палки, я так понимаю, и пойти по дорожке в парке, это все-таки еще не все. Надо знать, как двигаться. Вот там, об этом мы поговорим после небольшого перерыва, потому что у нас сейчас время для рубрики «Календарь здоровья». Давайте посмотрим. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни нас ждет улучшение погоды. С воскресенья столбик термометра днем будет подниматься выше отметки плюс 17 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы и выше. Довольно резкие суточные колебания температуры воздуха могут оказать неблагоприятные воздействия на людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В начале и середине этой недели произошло несколько магнитных бурь уровня G1 слабых и G2 умеренных. Геомагнитные факторы могли негативно сказываться на самочувствии вплоть до настоящего времени. Завтра, 12 сентября, возможно возмущение магнитосферы Земли, а затем прогноз солнечной активности благоприятный. Вероятность магнитных бурь мала. Сегодня последний день убывающей Луны, завтра новолуние. Скорость обмена веществ увеличивается, выше потребность в жидкой пище и воде. Может наблюдаться некоторый упадок сил, снижение скорости мышления и быстроты реакций, что следует принять к сведению тем, кто за рулем. Поберечь себя стоит также лицам с повышенной эмоциональной и нервной возбудимостью. Мы снова в студии видеоканала «Здравствуйте». Говорим о скандинавской ходьбе, о том, кому она полезна и почему. И уже перебрали очень много, кстати, слоев таких населения, и разные возрастные, и как бы пенсионеры, и молодые. А говорим мы об этом с Марией Турлаповой, которая является руководителем оздоровительных программ базы отдыха «Алсма». И во всех практически программах оздоровительных центра здоровья и отдыха «Алсма» существует, включена в обязательном порядке скандинавская ходьба. Но я так понимаю, потому что вот считаете ее очень перспективной, полезной и не с такой не травмирующей, не безумно сильной нагрузкой, которая всем нужна. Вот мы начали говорить о том, собственно, а как двигаться-то надо при скандинавской ходьбе, чтобы вот хотя бы мне, как новичку, понять, чего меня ждет. Как-то я не знаю, что имеет значение, там, темп, может быть, длина шага, как палками работать. Нужно мне вот консультация специалиста? Ну, как таковая консультация специалиста, конечно, ну, наверное, не требуется. Есть определенный свод правил, которыми нужно руководствоваться, когда вы начинаете заниматься скандинавской ходьбой. Соответственно, во-первых, ну, наверное, то, что нужно правильно держать спину ровно. Так, обязательно. Ровная спина. Ровная спина обязательно. Это нужно контролировать. Для этого есть специальные там какие-то уловки, для того, чтобы не идти постоянно, не думать, как бы мне там держать правильно спину. Просто... А, вот тут вот инструктор-то и нужен, да, когда, который, если что, скажет, пожалуйста, ну, да, спинку, да, держите. Да, так можно себя просто проверять через несколько минут, просто делать глубокий вдох, спина автоматически выпрямляется, вы просто фиксируете это положение, шагаете дальше. Вот, соответственно, самое главное, наверное, это, конечно, шаг. Так. Вот, у нас противоположные левая и правая рука и нога становятся парными. Так. Вот, то есть если вы выводите вперед правую руку, то шагает у вас левая нога. И наоборот. Маршевый вот. Такой шаг. Да, да? Такой есть... как бы маршевый шаг получается. Соответственно, отводя ее назад, как бы вы правую руку, вы вперед как бы выводите уже правую ногу. Вот, собственно, как бы обычный шаг, только с палками. Только с палками. Очень важно отводить палку назад до конца. Ага. Вот, то есть как бы у вас мышцы руки, кисти должны держать палку туго. Почувствовать, вот где должно быть напряжение, почувствовать. Вы должны держать палку туго рукой. Крепко. Вот, то есть, когда вы отводите ее назад, она как бы автоматически как бы немножко отпускает ее. Так должно быть, это правильно. А вот, то есть, как вот только вперед, она... допустим, палку далеко от себя отодвигать, шаг-то стараться сделать длиннее или как? Не то чтобы стараться нужно что-то, вы просто шагаете вот настолько, насколько комфортно вашему телу. Палка должна идти параллельно ноге, вот, чуть впереди. Вот, соответственно, рука как бы, в любом случае будет впереди. Ну, то есть это ваш нормальный обычный шаг какого-то темпа, при этом просто с палкой. На самом деле скандинавская ходьба, она должна быть чуть интенсивнее обычного шага. Но если вы только начинаете, конечно, когда вы позанимаетесь уже немножко, там уже как бы интенсивность, она придет. Но если вы только-только начинаете заниматься, как бы не нужно себя загонять, не нужно задыхаться, запыхаться по дороге. Нужно просто как бы попробовать саму технику. Самое главное, когда вы только пробуете, главное освоить технику. Ясно. Ну вот да, я думаю, что за несколько занятий вполне естественно это делать. У нас есть звонок, давайте будем отвечать. Давайте. Алло, мы слушаем вас. Здравствуйте, Мария. Меня зовут Евгения Васильевна. Я живу в Нижнем Новгороде, в районе площади Горького. Скажите, пожалуйста, где можно начать вот или ознакомиться с ходьбой с палками? Есть группа какая или чего, какой-то, где можно? Спасибо. Ну вот тут вот тяжеловато у нас. Интересный вообще вопрос. На самом деле, да. Просто мы почему вот и позвали, собственно, из базы отдыха «Алсма» специалистов, потому что у нас вот на самом деле как бы вот пансионаты Нижегородской области этим занимаются очень многие. Есть информация в интернете. Вот в садике Пушкина есть группа, это то, что я знаю. Она ходит днем, на самом деле можете просто вот приехать, днем всегда в парке кто-то есть, подойти к тем, кто занимается, И у нас есть на автозаводе, я тоже знаю, там организованы такие группы. Вот это, пожалуй, вот, наверное, все, чем мы можем помочь. Попробуйте все-таки, поищите. Я знаю, что вот любители вот без тренера, они собираются. Но вот что касается тренировок именно, еще раз обращу ваше внимание, парк Пушкина, группа в Нижнем Новгороде и автозавод. Это то, что вот я знаю сама точно, ну плюс еще вот наши гости тоже вводят группы. Давайте мы, как бы вот, чтобы понять, как заниматься, да, вот люди звонят, интересуются, все-таки интересно, сколько это, я не знаю, километраж какой-то для тренировки важен, как часто этим надо заниматься, если вот, ну, и пожилые люди тоже могут как бы тренироваться таким образом. Угу. Ну, для начала, километраж, как бы он все-таки как бы такое сложное понятие. Первые тренировки должны обязательно начинаться с минимума. То есть не нужно себя загонять. 20 минут, 25 будет вполне достаточно для первой и второй тренировки. 20-25 минут. Да. Угу. Дальнейшая продолжительность дальнейших занятий, она, конечно, зависит от цели. То есть если у вас там действительно цель там, похудеть, вот, тут, конечно, нужно позаниматься, нужно поработать, нужно ходить каждый день. Вот. Ну, себе какие-то вот ставить, я не знаю, там, скажем, сколько-то километров в день. Должны быть такие у нас? Ну, нет, конечно, не ставить. Вы просто к каждому следующему занятию прибавляете несколько минут. Так, вот, а сколько будет... примерно? Вот, например, если я занимаюсь трижды в неделю, значит, в один день 25 минут, угу. А дальше в среду уже сколько могу прибавить? Ну, на 5-7 минут это все будет зависеть от того, насколько выносливость вашего тела угу. позволяет. Подготовка, опять же. Да, опять же, подготовка. То есть, если вы как бы занимаетесь там какими-то видами активности, то, конечно, вы не будете уставать, загоняться. Будет очень даже замечательно, если вы сможете прибавлять там по 15 минут каждый день. Кто-то не сможет. Ясно. Соответственно, ну, есть, насколько возможно. Вот хотела бы как раз подчеркнуть, что вот очень физиологичен, да, получается, вот такой вид тренировок. То есть ты устаешь очень умеренно и рассчитываешь на себя, чувствуешь себя, да, вот да. Это важно. Спасибо. Есть еще звонок, давайте будем отвечать. Давайте. Алло, мы слушаем вас. Здравствуйте. Меня интересует вопрос. Вернее, я уже, в смысле, знакома с скандинавской ходьбой. И в прошлом году, мне уже 75 лет, но я принимала участие на 3 километра, не с молодыми не выступая. И вот нам инструктор объяснял, как правильно подобрать палки. Но я не записала, я не запомнила. Вы можете сказать? Лыжные я знаю, а как вот, для скандинавской ходьбы нет. Понятно. Давайте просто четко сейчас, чтобы под запись, кто нужен, кто собирается самостоятельно заниматься, это взял. Угу. Ну давайте, для новичков, для непрофессионалов. Для непрофессионалов. Формула такая, собственный рост в сантиметрах мы умножаем на 0,66. Рост в сантиметрах свой умножаем на 0,66. Это новички. Если вы, так сказать, чувствуете себя более спортивно и более подготовленно... Свой рост на 0,68. На 0,68. Начинающие умножают на 0,66. Вот я думаю, что мы ответили на этот вопрос. Угу. Если все-таки мы хотим похудеть, рассказывайте, пожалуйста, что нужно делать. Потому что вот похудение такая тема тоже важная. Всегда у нас как бы телезрительницы спрашивают, это как бы, и причем здесь возраст ни при чем. Мы хотим выглядеть хорошо в любом возрасте. Что вы нам на это скажете? Ну, эта тема, она всегда актуальна, она всегда останется такой. Если вы хотите похудеть, то, конечно, скандинавская ходьба, она ну, очень посодействует вам, очень поможет. Но хочу сразу предупредить, что не нужно как бы рассчитывать на то, что вот вы походили с палкой час вечером, ну, вот, и все сразу же поправили, все как рукой сняло лишнее, и все сразу замечательно. Похудение, оно, конечно, всегда производится в комплексе. Как бы нужно рассчитать питание, пересмотреть свой рацион. Ну, вот, любое похудение начинается с очищения. Соответственно, скандинавская ходьба в этом комплексе она очень-очень вам поможет. Если поможет, но панацеи, скажем так, не будет. Но панацеи, да? Конечно, не будет, как и любой другой вид спорта. Вот, соответственно, если вы хотите похудеть, ставите себе такую цель, то это обязательно ежедневные тренировки. Начинаем, конечно, как всегда, там, с 20-25 минут. И по возможности максимально их увеличиваем, но не до такой степени, чтобы изнурять себя этими тренировками. То есть тренировки не должны быть через силу, да? Да, ну в принципе ничто не должно быть через силу, тем более мы делаем же это для красоты своей, для удовольствия. Понятно. Ну а если, вот, скажем, говорить о пожилых людях или о малотренированных людях, которые вот без помощи инструктора. Вот выяснили мы, что оказывается, несмотря на то, что люди с палочками-то ходят, вот так вот инструкторы на каждом углу не стоят, не ждут нас. Видимо, самим надо проявлять активность, искать эти направления. Я к чему? Если начинаем сами, можем мы себе как-то навредить? Вот дайте нам какие-нибудь ограничения, что ли. Что нужно, сколько пройти, заметить, что как запыхался. Или, скажем, там прошел какое-то время, и хватит, надо отдохнуть. допустим? Нормируйте нас на первых занятиях. Ну, нормирую. Тренировка всегда должна, ну, скажем, первые, они должны быть как бы не такими интенсивными, как обычно говорится, во всех пособиях. То есть нужно идти на скорости 6,5-7 км в час, как бы во всех пособиях написано. То есть если при обычной ходьбе человек идет около 5 км, нужно идти быстрее. На самом деле, когда вы только начинаете, тем более если человек в возрасте, человек с обычным весом, вот, не нужно себя загонять ни в коем случае. Тренироваться скорость нужно... не надо держать. Скорость среднюю, держать не нужно, она придет сама. Это как вождение автомобиля. Скорость приходит со временем сама, то есть вы даже не замечаете. Вот, соответственно, продолжительность тренировок, она не должна быть, допустим, вот сегодня я ставлю себе вот такой вот рубеж, и вот пройду сегодня 10 километров. Такого быть не должно, потому что, не надо так себя загонять ни в коем случае, тем более людям с проблемами. То есть нужно сколько-то пройти, чувствуете, что уже подустаете, что разворачиваемся, отдыхаем обратно. Кстати, во время тренировки можно отдыхать, прерваться, не знаю, нужно ли попить воду, нужно ли экипированный как-то быть, что-то одеть на себя. Вот все такие простые вещи нам рассказываете. По поводу одежды. Одежда должна быть максимально удобной, спортивной. То есть, конечно, сейчас в магазинах продаются специальные обувь для скандинавской ходьбы. Ну, я, если честно, ни разу не покупала. То есть обычные классические кроссовки, они подойдут, просто будут идеальны. Одежда должна быть просто максимально комфортной. Если это зима и холодно, обязательно шапку, шарф. Вот, то есть главное не навредить себе. Ясно. Ну и здраво, так сказать, подходить к необходимости. Ну да, конечно. Экипировки, все нужно делать все-таки продуманно. А есть ли рекомендации по поводу употребления воды во время тренировки? Или еще скажите утром, вечером, на голодный желудок или как? Вот простые вещи. Ну, самые простые. Тренироваться можно, это же не такая большая сложная тренировка. То есть тренироваться можно утром, если есть время, можно вместо утренней пробежки. Точно так же вечером после работы, поскольку даже если вы очень устали, это не даст такой сильной нагрузки. То есть можно будет прогуляться с палочками, если вы устанете на полдороги, палочки под мышкой, пошел домой. Ясно. Ну, я так понимаю, что лучше всего парки, да? То есть лучше воздух... всего, удобнее всего, если вы, допустим, не уверены себе, вокруг дома пару кружочков. Это будет достаточно. На минимум. А в парк тоже, потому что природа. То есть какие ощущения? Ну да, природа, подышать воздухом. И к тому же, я хотела заметить этот момент, очень рекомендуется скандинавская ходьба людям, находящимся в депрессии. Поскольку такая ритмичная деятельность активная, она... И на свежем воздухе, да? На свежем воздухе она располагает мозг к такой же ритмичной деятельности. Соответственно, приходят в голову всякие интересные идеи, и поэтому очень рекомендуется. Уже не варишься в таком, да? Да, уже не варишься. Печальном. Вот, соответственно, можно делать передышки. Любая тренировка, она предусматривает передышки. Вот, воду пить можно, конечно... Так сильно, не знаю, такого прямо обезвоживания при этих тренировках не бывает. Но поскольку, потому что нет бешеных нагрузок. Да, поскольку идешь и дышишь, горло пересыхает, поэтому бутылочку воды с собой обязательно иметь нужно. Ясно. Что-то еще из каких-то таких моментов хотелось бы мне узнать. Все-таки эта тренировка, я не знаю, для одного человека или для группы? Вот я знаю, что у вас группа занимается, но вы как, занятия все-таки, когда собираются единомышленники, или, сам по себе? Ну, любое начинание лучше всего начинать в группе единомышленников, в группе друзей. Так проще как-то, проконтролируют и подскажут, помогут. В любом случае, допустим, мы, конечно, набираем группу. Вот, то есть у нас люди выходят в лес. Многие, конечно, стесняются в городе с палками. Мало кто как посмотрит. Не все же уже знают, что это скандинавская ходьба, да? Мы сегодня рассказали. А в группе единомышленников, пожалуйста, хоть по Красной площади в Москве можно пройти с этими палками. Вот, то есть в группе веселее все-таки. Ну, конечно, интереснее, парке, да. Поговорить есть о чем, собственно, пока идет прогулка. Ясно. Давайте ответим на вопрос, ждет телезрителей. Звоночек есть. Алло, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне 63 года, Светлана Николаевна с Нижнего Новгорода. Вот у меня основные заболевания красной волчанки, сопутствующие стенкоклизму с одышкой. Можно ли мне заниматься ходьбой? И как начинать хотя бы? Красная волчанка, да, и достаточно такие серьезные проблемы. Что тут посоветуете? Можно ли? В любом случае, всегда людям с проблемами со здоровьем я всегда советую идти сначала к своему лечащему врачу. Вот. Но я не думаю, что есть такое прям противопоказание такое серьезное. абсолютные, чтобы не заниматься. Если не острая форма, да, если не острая форма, то, конечно, можно заниматься. Вот, но обязательно по предварительной консультации с врачом, обязательно. Ну, если врач даже не знает об каких-то особенностях, будем так говорить, скандинавской ходьбы, нужно просто объяснить, что это ходьба, но только интенсивней, да, и на этом построена тренировка. Да, в конце концов, даже если вы там и ослушаетесь доктора в случае его там отказа, вот, просто, ну, в конце концов, с теми палками не обязательно же идти в лес куда-то или в парк куда-то далеко. Можно же просто спуститься к подъезду и сделать пару кружков вокруг дома. Нагрузка физическая, она в любом случае нужна. Гиподинамия, как бы, это такая большая проблема в наше время. Вот, соответственно, как бы нагрузку тела сам давать нужно. Но тем-то и славится, да, вот скандинавская ходьба, да, что с какими-то заболеваниями все-таки здесь нет противопоказаний. Да. Давайте все-таки на всякий случай действительно консультацию врача, а так уж начинать. Опять же, давайте еще раз повторим самые азы. Все-таки вдруг после нашей передачи телезрительницы вот захотят присоединиться к армии тех, кто вот уже осваивает скандинавскую ходьбу. Первое, что надо знать, вот мы начинаем, давайте нас прям строго проконсультируйте. Первое, что нужно знать, самое главное, собственно, это палки. Палка. Позаботьтесь, чтобы они были правильными. Чтобы они были обязательно правильными. Второе, давайте. Второе, обязательно нужно правильно выполнять технику. Соответственно, держать прямо спину, контролировать там отведение рук вперед-назад, контролировать длину шага, контролировать интенсивность и обязательно контролировать, ну, скажем, передышки как-то. Вы себя все-таки рассчитываете, да, уважаемые зрители? Ну, я думаю, что вот самые простые вещи, просто не перенапрягаться, да, во время первых тренировок. Ну, так всегда ведь, лучше не перенапрягаться. Ну, а как говорится, если начал, то здесь, вот я так понимаю, что многие остаются. Я знаю, что у вас много поклонников уже вот у этого вида активности. Да, вы знаете, много людей, которые приезжают к нам на программу, мы же их учим, объясняем, что это такое. У нас палки специальные, как мы ходим. Раньше мы ходили с деревянными. Вот, теперь у нас палки сейчас специальные. Все круче намного. Ну да, как бы на деревянных палках проще научить людей, потому что они отвлекаются. Это же очень интересная конструкция такая. Ясно. Они отвлекаются. И вот так вот незаметно, да, и идет так вот обучение, да, тренировка. Люди приезжают, потом возвращаются, и вообще даже в течение как бы вот недели, в течение программы, как бы люди очень редко говорят, там, что мы не пойдем на прогулку. Там. Очень, все очень идут, причем обычно все идут. Да, причем... К сожалению, все, закончилось практически наше время. Большое спасибо, что были у нас сегодня в программе. Я желаю вам, уважаемые телезрители, ну, попробуйте все-таки поинтересоваться этим видом активности. Может быть, он именно для вас. Встретимся через неделю. До свидания. До свидания.